2 часа ночи, мы прибыли в аэропорт Борисполь, оттуда мы летим в Амстердам, с Амстердама мы летим в США, в Портланд, оттуда пересадка и в Лос-Анджелес. Так началось наше путешествие, сумасшедшее путешествие в Америку. Знаете, в детстве Америка казалась какой-то запредельной страной, куда очень трудно попасть, куда стоит очень дорого, потому что это очень далеко, и еще невероятно трудно получить визу. На деле больше стереотипов, чем по факту. Перелет туда стоит в $1000 туда-обратно, что вообще является копейками. Более того, получить визу оказалось... Вот так. Мы приземлились в аэропорт Амстердама. Что мы делаем? Welcome. Мы спускаемся, разминаемся после прикольной поездки. Погода Портланда. По сумасшедшей просьбе Дениса мы снимаем первые шаги на американской земле. Рассвет еще только-только будет, а мы уже низком стартанули. Пробежка утренняя. По таким вот вокруг таких машинок американских. Чисто любители пикапов. Уже начинает появляться свет. Спасибо, дорогие подписчики, но не могу не делиться. Вот бежишь себе вот так, ну это прекрасно. Боже, по холмам. Боже, посмотрите на это. И я уверен, что крайне мало американцев вообще сюда ходят. Ну, собственно, как и мы в нашей стране. Но, блин, как же это красиво. How often are you running? Every day? One day per week? One week, 5 times. 1 week, 5 times? Yeah. Really? Yeah. How old are you? 71. 71? No, 77. 1938. Мы наблюдаем за активной жизнью местных аборигенов, которые каждое утро... Что, я поднимался сюда ради камня? Ради этого камня? Кто помнит, с какого это момента, с какого фильма этот момент? Напишите в своих комментариях. А сейчас хочу поделиться с вами первой взятой высотой 750 метров над уровнем моря. Мы видим даунтаун Лос-Анджелеса и доказываем, что в основном Лос-Анджелес это низкие домики. Вот сейчас мы будем видеть рассвет. 7 утра по местному времени. С этой стороны мы можем лицезреть горы. Вот это Hollywood Hills. С той стороны буква Голливуд, надпись, которую мы сейчас побежим туда, по прощенной местности. И можем насладиться... Freedom! Ты мог бы сказать, я на вершине мира, да? Рассвет над Лос-Анджелесом. Judgment Day, судный день настал. Атомный взрыв где-то там. Смотрите, что я вижу. Посмотрите, что я вижу. Посмотрите. Мы приближаемся к ней. Мы приближаемся к ней. Игорь спускается после покорения голливудских холмов. И идет получать новую информацию для вас, для Украины, для бизнесменов. Продолжение следует. Полицейские арестовывают Порше за превышение скорости. 100%. Они разрешили с ними фоткаться, потому что они работают сейчас. Собирают, видите, какашки убирают за собой. Это нормально, них собирать. 20-я спортмашина на сегодня. Камаро кабриолет. Также повернул очередной мустанг налево. И отсюда еще выехал мустанг. Сидишь на улице, наблюдаешь спорткары. Здесь мустангом никого не видишь. Мы тут идем, и как вы думаете, что? Еще один мустанг. Мустанг. Много мустангов. Сплошные мустанги. My credit card and drug
Ты такая девушка, да? Я так понимаю, что BMW это да. Мы готовы к путешествию? Мы добрались наконец-то до Convention Center в Лос-Анджелесе. Здесь будет проходить у нас, можешь показать. Фанаты Тони Робинса, который считает его богом. Мы же пришли сюда узнать, как он все это организовывает. Сегодня здесь 10 тысяч человек. Once you make that decision, the fear will dissolve. But there's three core components that have to exist in order to build a large business that's successful. The first core component that has to happen is you have to have someone who is an artist creator. The artist creator is the individual that either creates the product or service, or they innovate, they make that product or service better. So there's an artist creator. The second core component is there's got to be a leader manager. The leader manager is the individual that builds people. They build infrastructure, whether it be physical infrastructure, internet infrastructure, but that leader manager component, personality has got to exist. And then finally, there's got to be the entrepreneur. The entrepreneur is the individual or team of individuals that sell and market that particular product. Привет, друзья! Это первый день коучинга. Я Робинс. Специально для фабрики бизнеса исполняет все, что можно и нельзя. Потому что вы лучшие, мы из Украины, из России. Самое лучшее специально от Игоря Графа. And go find out what they know that you don't know. Go find out their strategy, their tool, their insight, their belief structure, because they can save you decades in days. How many followers? Say aye. So I'm gonna give